чтобы ни один микроб не попал случайно в рот, мою я перед едой руки с мыльной водой. Вода и мыло настоящие друзья, а обрабатывайте руки санитайзером. Санитайзер — это антисептик для рук, соблюдайте дистанцию. А теперь мы расскажем немного о маске. Ребята, наденьте маску, защитите себя от коронавируса. Меняйте маску на новую каждые 2-3 часа. Нельзя повторно использовать маску. Использованную маску положите в пакет и выбросьте. Надевайте маску одной и той же стороной. Надевайте маску в школе, на улице, там, где многолюдно. Не трогайте маску на лице. И снимайте маску за ручку.